Дорогие жители Мирнинского района, совсем немного остается времени до наступления самого волшебного праздника Нового года. Этот праздник мы все ждем с нетерпением. Связываем с ним свои надежды на перемены к лучшему. Следующий год объявлен годом труда в Республике Саха-Якутия. В уходящем году мы с вами вместе много и плодотворно работали. Сумели спасти от огня наш Арылах и оздоровительный лагерь «Орленок». Подписан указ главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева о социально-экономическом развитии Мирнинского района. Мы начали реализацию многих проектов, которые направлены на развитие инфраструктуры наших городов, поселков и сел. В новом году желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и удачи, мира и добра всем нам. С наступающим Новым годом!